У храма Мельпомены открыли храм искусств. Так назвали новую экспозицию под открытым небом в сквере у оперного театра. В этом году Сибирский Колизей – юбиляр, ровесник Великой Победы. Но если придерживаться фактов, здание гораздо старше. Выставка главной цели имеет рассказ о здании театра, который, с одной стороны, является уникальным архитектурным творением, а с другой стороны, стало местом, в котором хранились уникальные произведения искусства. Поэтому родилась такая идея назвать выставку «Храм искусств» и рассказать именно об этом удивительном сооружении. На стендах документы, фотографии, воспоминания сотрудников об истории театра, о годах, когда в помещениях оперного хранили шедевры русской живописи, картины Шишкина и Васнецова, как заботились о полотнах, как в целости и сохранности после войны вернули их в Третьяковскую галерею.